Ты не запомнил, ты же смотрел внимательно. Да я вроде смотрел. Так, сейчас еще раз. Значит, я сделаю так. Сюда. Прям, да, под косточку, чтобы... Под косточку. И подожди, подожди, расставь таз, чтобы он лежал. Почувствуй, что он лежит. Прям стол выхуси. То есть я с косточку взял, я? Да. Нет, просто некоторые люди напряжены, или они сразу подают тебе таз и начинают разворачиваться вот так. Ты просто дал им, отпусти, не расслабься, просто дал им почувствовать, вот, что таз лежит, вот, все лежит, он расслабленный. А нельзя просто вот, как, вот так спокойно? Чтобы таз лежал на твоей можно, руке, чтобы ты вот мог так, ее шевелить туда. Помассируй быстро. Вот ну, можно, да. Да, чтобы массировать, да. Вот. Это хорошо. Вот, потом беру, вот, потом. Да. Да, и ты правильно делаешь с напряжением по диагонали вот сюда, на себя. Алия, потом сейчас сфотографируем с скелетом. Я уже. Уже фоткаю? Еще раз фоткаешься. Ну, в эту сторону не делается. С поцелуем. Делается вот отдельно эту часть, вот прямо за ребра, нижнюю плавающую. И вот растягиваешь, вот так вот растянешься, ну и вот эту часть отдельно можно потянуть. Квадратную мышцу. А, то есть здесь я держу? Да. Бойся, хвост отвалится. Уже вот так вот. Нет, да. Нет. Так не надо делать. Так не надо. Да. Аккуратнее. Не больно? Нет. Теперь наоборот. Вот тут за ребра берешь. Это сейчас больно. За ребра больно? Нет. Даешь. В таз. А. Вот. Да. Так самое главное за ребра здесь. Найти ребра. Найди ребра. Нашел. Что ж, их не найти-то. И вот так вот. Да. Лучше всего насчитать четвертое ребро снизу. Потом я ногу беру. Да. Можешь переднюю ногу, да, но лучше заднюю. Нет, если переднюю, то ты будешь давить вот в эту сторону, на себя. Другую ногу. Поэтому лучше брать противоположную. Нет, да. Стоп, неправильно. Ты так за колено берешь. Надо, чтобы колено пропустить, берешь за мягкое место. Вот это да. Да, вот так. А если вот так идти, нет? Да, можно. Я же показал первый способ вот так, второй способ с той стороны. Вот так лучше, на самом деле, потому что сначала, подожди, ты сначала раскачивай ногу раскачивай на себя. Вот так по кругу. Вот, а эта рука лежит и чувствует, как ходит косточки здесь. Угу. Вот. Особое предупреждение, да, одновременно с рукой и с ногой. Вот так, да. Да. Все, хватит, надергался. Теперь, не, держи ногу там же, держишь. А давить будешь вот сюда, в ребра. Вот так, на себя ее. Отдаешь теперь в ребра и выше поднимаешь, тут выше. Плавающие ребра пропускай лучше, вот повыше, да. Или вот грушу купишь, подряд. Вон, тебе давно говорит. Нет, надо брат, качалку снова походить. Вот, и качалку давай ходить. Все, это руки дрожат на самом деле. А качалку тебе когда ходить? Так, есть, теперь смотри. Теперь при сколиозе давишь в ребра. У нас? Так же делаешь. Вообще. Смотри, устал так руку держать? Вот так, да. Вот. Бери теперь туда вот так. Отклоняешь на себя, прям видишь, и смотри, я в ребра уже давлю. Чтобы было легче, можно ногу загнуть.
берешь, вот так за плечо зацепилось, потому что так легче. Так? Да. Сочинение вот эти вот, вот их раскачиваем тем, что кисти запираемся, это как бы массируем руку сюда, а тут отодвигаем все нижние кости от позвоночника вниз, декомпрессия вниз идет получается. Вот тут отодвинули, тут бедро, противоположно, таз, в эту и в эту сторону, во все стороны размяли, отодвинули, и также можно таз потом, ну, подвздошную кость поставить, вот раскачали и... Ой! Ну, да, есть такое, да, расслабились. Есть такое, расслабилась. Слишком расслабились, расслабилась, а мы ну, как тут подошли. Мы подошли из-за угла. Ты много тебя взяла. Да. Теперь расплачиваться вкусно. Посмотри на это небо, посмотри на звезды. Видишь это все в последний раз? Знаю. 90-е годы. С качанием, там покачивает, ногу то качает. Твоя рука одна против другой работает. Туда-сюда, туда-сюда, да, вот. Ага. Вот что-то нравится. Ну, это уже, смотри, это уже постановка бедра. Ты уже должен бедро нажать отсюда, на бедро. Угу. Сейчас я пройду. Не дергай так сильно, уже плохо будет. Чуть растянешь сустав, и не давай с другой стороны. А потом домой приедет, уже это. Что-то делать. Ничего не потянул ли все эти мышцы? Лариса, нормально вот эти мышцы? Нормально. Да? Ну, не больно, по крайней мере. А что должно быть? Ну, болели, не болели раньше. Просто спрашиваю, болели, не болели. Болели, не болели. А это нет. Это в этом для двумя руками. Ой, сейчас грустно, что ли, да? Не знаю. Не знаю, не увидел. Не услышал. Не услышал, да. Давай двумя руками. Ой, в смысле, две ноги сразу. И вот тут смотри, сначала вдоль ее позвоночника раскачиваем, ну вдоль. Ну может, да, давай по кругу, тогда в крестец ставь руку и под руку в крестец. И крестец растирай качанием головы. Прямо от запястья вот этим, так ставь крестец, да. И на себя поднимай, поднимай. Это вниз, да. И теперь идешь по позвоночнику. Не-не-не-не-не, вот. Не так. А сильно отростки вдоль между подушечками пальцев, сюда. Поднимай ниже, ну, выше, выше, выше. И ноги вверх поднимай. Смотри, если ты делаешь сколиоза, ты на себя наклонила. Ты сейчас делаешь на себя наклон. Да. Да? Тогда это правосторонний сколиоз, ты выдавливаешь сюда. Ага. А если в левую сторону, в другую сторону? Ага. Да нет, стой там, ты в одном месте стоишь. Ага. Просто в разные стороны ноги наклоняешь. Так, сейчас. Вот так ладно. Да, ноги на меня так будут. Так. Да. Может даже бегать их можно болеть вот так. А у меня это сколиоз или не сколиоз? Сложно вам это надеяться. Нет, не сколиоз, просто вот тут были, скажем, толков. А это куда? Сюда надо? Сюда, сюда. Ну, ты думай, ты от чего делаешь? Если от правостороннего, то в эту сторону, а ноги на себя. Если от левостороннего, то тут на себя, а ноги ко мне. Сейчас еще раз. Значит. Что непонятно тогда? Если позвонки повернуты сюда, значит, да. Давить надо в противоположную сторону. А ноги ко мне? Ноги... Да, к тебе тогда. Если позвонки ко мне, ноги к вам. Все. Нет. Это первый случай. Если ноги, позвонки к тебе, ноги к вам. К себе. А, к себе.
Почему? Вот я там позвонки выбирать. Рисовал, смотри. Все наши приемы, какие мы делаем, логика одна, простая. Вот. Есть у нас искривление какое-то, да? Вот, черным цветом показано, да? Идут позвонки, вот здесь отростки, здесь кусок, два позвонка в сторону, да? Угу. Значит, нам надо будет давить на него, в противоположную сторону, а с противоположной стороны подготовить расстояние. Вакантное место мы должны там растянуть. То есть мы с этой стороны растягиваем так, что даже, вот, даже позвонки, видишь, позвоночек уходит в сторону, вот, наклон. А давим вот это. И после этого давим. То есть с той стороны растягиваем, тут давим. Вот искажение сюда, с этой стороны растянули, здесь надавили. Поэтому ты с помощью ног ты что делаешь? Растягиваешь. Да. А давишь этой рукой. Да, на слабо хорошо гнаться. Плохо гнуть. В эту сторону вообще. Как это 10 тогда получается, если по ноге Артур, да? Да. Ты бы так не согнулся. Нет, я тебе уже. Как я к себе позвонки тогда сделал? У меня 100 килограмм. Я же показал. Тогда ты эти ноги давишь от себя ко мне вот сюда. А мне его прям в ребра можно позвоночник. Вот все равно. Но мне надо получиться. Ваша, ваша сторона. Если неудобно, тогда входи. В принципе, все приемы можно делать с одной стороны, но если неудобно, можешь обойти. Да. Ну, если стол есть, то можно использовать стол. Да. Про максимально для себя удобство. Так, ребра. А ребра как? Вот так что ли, ребра? Черт. Да, надо вот так. Да. Лучше позвоночник, ребра тут не очень. Позвоночник даже поднимаю. Нога вот сюда. Да. Все, главное, что у тебя в руках отложилось. Сам реально не делай сейчас. Да, молодец. Получается. Хоть что-то есть. Что-то с чем-то. Так. И переходим тогда к следующему приему, да? Угу. Да. К скруткам, чтобы тебя отпустить, и ты на этой неделе вот смог это все делать, да? И все, да?